чем я остановился? На системе устойчивости. А, да, система рулевой устойчивости актуальна на мокрой или обледеневшей дороге. 6 подушек безопасности. В общем, все вокруг привязи, я тебе пойду. Двухзональный климат-контроль, то есть правая зона может работать независимо от левой. А еще до конца месяца у нас действует акция «Автотелевизор в подарок». С ним вы никогда не пропустите свою любимую телепередачу, даже стоя в заторе. Зараз ми приготуємо чудовий салат. Для нього нам потрібен ананас. Ми беремо 2 пластини і розрізаємо їх на 6 частин. Ось так, поки що ананас відкладаємо у бік і переходимо до соусу. Для соусу нам потрібен соєвий соус, 1 ложка меду, а також лимонний сік. Для цього я беру лимон, розрізаю його на 2 частини. Дами і господа, прошу минуточку вашого внимания. Предлагаю вам лучший пятновыводитель нашего времени. Выводит любые пятна любой сложности прямо от производителя. Давайте посмотрим. Возьмем солидол и размажем его хорошенечко по футболке. Хорошо вымазываем. Приправляем это подсолнечным маслом. Так, а теперь берем обыкновенную воду, проверим. Кто не верит, может сам проверить. Поливаем. Берем пятновыводитель и трем. Трем, трем, трем. И вот. Готово. Ой, извини. Да ничего. Химик. Химик, ты? Макс. Привет. Здорово, старик. Сколько лет, сколько зим. Как ты? Да так, все нормально. Потихоньку. Давай выпьем, отметим. Перевери. Давай. За встречу. Ёлки, химик в клубе, это же надо. Да я, если честно, клаберный дуже. Треба вибирати, або працювати, або тусити. Так, іноді захожу сюди. Это мы с тобой с выпускного не виделись? Ну, а ты все еще химик или... Химик, химик. Довічний химик. Пошли за наш столик. Бери. С сестрой познакомлю. Знакомьтесь, химик, мой одноклассник, Ольга. Дуже приємно. Ірисочка. Ірисочка, вічно восторжена дівчинка. Моя сестра Лера. Тощий. А я вас знаю, щоранку прокидаюсь під ваші передачі. Что-то вы сильно поздно просыпаетесь, молодой человек. Здатися живцем. Давайте на ты.